Так, друзья, добрый день. Как и обещал, у нас сегодня испытание узла промежуточного отбора. Вторая дистилляция сахарной. То есть сырца получены сахарной браги. Вот таким образом все это дело выглядит. Вот этот тот самый узел отбора. Такой вот у нас вид общий получается. Приспособила тут бутылочку. Такой у нас идет отбор головных фракций. Колонна поработала на себя 20 минут. Так, использую зажим Гофмана. Ну, что могу сказать? Вот у нас идет возврат флегмы. Диоптер нам позволяет все это дело контролировать отлично. Вот. Все. Температура у нас тут вверху бегает туда-сюда из-за перепада давления воды в водопроводе, так как станция у нас свое водоснабжение, станция включается на единицу, включается на 3,5 баррелей. Вследствие чего пришлось докупить узел отбора, чтобы стабилизировать отбор голов. В общем, работает пока нормально. Все стабильно. Отбирать нам сегодня 800 грамм. Процесс, значит, достаточно долгий будет. С такой скоростью я сейчас буду отбирать грамм 100. Потом скорость отбора маленько прибавлю. Ну и продолжение следует.